потому что, в принципе, во-первых, по композиции это было очень неплохо, да, потому что рассматривались, это написалось к режиссерской работе, то есть там работа камеры, да, там композиция, съемки и так далее. Мне, короче, это после этого заинтересовало и аспект композиции, это какого-то цвета, да, освещения и прочего. Вот, художественное тоже почему бы нет, потому что всегда те же люди, которые хотят быть, там, может быть, персонажем художником.